Всем привет, меня зовут Абзал, фамилия Нурсид, мне 32 года, я из города Астаны. Посетил этот тренинг, всем, кстати, очень рекомендую, особенно для тех, кто уже считает, что, в принципе, практикует спикерство, то есть уже есть опыт в выступлениях и думает, что, в принципе, многие моменты знает. Как сегодня было отмечено, любой успех состоит из деталей, и как раз этот тренинг дает все тонкости, которые раскрывают все детали для успешного выступления. Всем настоятельно рекомендую посещать каждый раз, даже если вы были, еще раз приходите, посещайте тренинги, саморазвивайтесь и совершайтесь в плане направления спикерства. Добрый вечер всем, меня зовут Мария Мирсалиева, я участник сегодняшней Академии спикеров. Мне очень приятно быть здесь, я очень рада, что я приняла такое правильное решение. Как бы очень много сегодня я узнала нового. Конечно, есть те знания, которые я уже когда-то уже где-то получала, но в то же время очень много новых техник, да, очень много тонких нюансов, которых я не знала раньше. И это очень в такой форме доступной, в то же время играючи. Мы очень весело все это закрепляем, да, и очень, ну, как бы, очень глубоко, широко и очень содержательный тренинг сегодня. Вот, Асель, мы желаем вам удачи, мы вас очень любим, восхищаемся вами, мы очень вами гордимся, что вы влияете на жизни нас, сотни тысяч людей, и мы становимся лучше благодаря вам. Всем привет, меня зовут Ирлан, я студент АУЦА, и сегодня у нас проходит Академия спикеров, ее организует Асель Сыдыкова. Если честно, мне очень сильно понравилось это мероприятие, столько много всего узнал о презентациях, о речи спикера. И хотел бы поблагодарить организаторов за то, что они организовали такое шикарное мероприятие. Мне кажется, в следующий раз я уже буду использовать все те навыки, которые нам дали на этом мероприятии, в своих выступлениях. И очень рад, что я стал участником этого мероприятия. Здравствуйте, меня зовут Айнара Нурбекова, я участница Академии спикеров Асель Сыдыкова, и я здесь узнала очень много чего нового, очень полезного, очень всем рекомендую. Я Советова Рахат, я попала на этот тренинг уже в третий раз на таком тренинге, была на Роберт Киосаки, была на продажах, и сегодняшний курс мне очень понравился. То есть я хочу овладеть курс именно ораторским искусством. Асель Сыдыкова настолько преподносит классно, красиво, доступно. То есть ты уже считаешь сам себя спикером. Я очень рада, что именно наша соотечественница проработала в Лондоне и стала успешным лидером, спикером в этой области. Я Майрам Зарлыкова, и я попала на потрясающую академию, академию спикеров, где можно научиться профессиональным навыкам. Эти знания мне очень нужны, и мне очень здесь больше всего понравилось. Это большой профессионализм Асель Сыдыкова, ее простота и доступность именно как проводить тренинги. И, естественно, я буду это продолжать, потому что мне это очень нужно для развития своего бизнеса. Здравствуйте, меня зовут Джумагулова Кундуз. Я действительно хотела очень попасть именно на это обучение, потому что в нашем бизнесе это ораторское искусство, то, что все время нужно будет выходить перед публикой, и это очень нужно было мне. И сегодня мне очень посчастливилось, я чисто случайно попала на это обучение, я очень счастлива. Здравствуйте, меня зовут Адина, я студентка университета МАНАС, 5-й курс, и я еще параллельно работаю в компании Smart & Rich. Так как я студентка, я заканчиваю университет, моя профессия – это будущий учитель, поэтому для моей профессии этот форум очень важен. Здравствуйте, меня зовут Талай, я работаю в компании Smart & Rich. И сегодня находимся на бизнес-тренинге Асель Сыдыковой. Шикарный бизнес-тренинг, супер. Все, что я сегодня почерпал, именно практику. Практику, практику, практику. Я вообще люблю именно практиковаться. И здесь сегодня я услышал одну практику, как находить контакт именно с людьми, как вообще общаться с людьми, и как достучаться до людей, с которыми общаешься.
Так что я вообще не жалею о том, что здесь. И мероприятие вообще на высшем уровне.